2008 года. Выступал неудачно, 146 килограммов в рывке и 0 в толчке. Вообще его лучший результат в сумме 334 килограмма и в толчке 181. Сейчас со 185 стартует, и Демир Демирев, между прочим, двукратный чемпион Европы 2005-2006 годов. Да, ну, придушила немного штанга. Такое случается. Иногда даже в обморок падают спортсмены. Но здесь он успел сбросить. И еще одна. Еще две попытки есть у Демира Демирева в запасе. Сейчас на вес ангу...